Еще до начала шоу стало понятно, что финальный батл проекта «Танцуй в компании» будет как минимум впечатляющим. Перед выходом на сцену участники команд убедительны, как настоящие артисты. И это несмотря на то, что сформировались эти танцевальные коллективы всего пару месяцев назад. Общих занятий. Командный дух, как это ни звучало, штаб. Смотрите, как они поддерживают друг друга, как болеют. Для многих их руководителей в новом качестве проявились. Многие руководители позволили себе смелость выйти на паркет. Это довольно такое испытание серьезное. На это нужно время привыкнуть. К тому же выступить на большой сцене перед огромным количеством зрителей. Это тоже очень тяжело и психологически, и физически, естественно. Я очень горд за них и очень рад за них. И это те ощущения, которые я давно, наверное, не испытывал. Я благодарен прекрасным девушкам за то, что они мне подарили эти ощущения, эти эмоции. Первый выход – визитка, танцевальное представление своей компании. Немного креатива, ритма и пластики и максимум корпоративного духа. Выйти на сцену вместе с коллегами – это не единственный подвиг участников проекта. Найти в плотном графике время для репетиций – вот настоящая проблема, которую приходилось постоянно решать. На самом деле нужно уметь разделять работу и уметь отдаваться немножко ходе творчества. Вы для себя открыли новые грани друг друга, потому что на работе это вот так все, а тут драйв, эмоции. Человек открывается совершенно по-другому, это танец. Заниматься делами, которые для души. В этот вечер страсти кипели не только на паркете. Группы поддержки также боролись за звание самой активной и запоминающейся. У нас вся компания уже хочет сейчас заниматься, потому что они уже посмотрели, они сначала все испугались, а сейчас-то уже как бы посмотришь, что все это хорошее дело. И как бы уже им немножко даже жаль, что они не поучаствовали в свое время. Пришло наше все руководство, наши директора поддерживают нас, болеют за нас. Пришел практически весь коллектив, поддерживал, на репетициях присутствовал. Мы довольны. Довольны собой, довольны коллективом. Вторая часть конкурсной программы – социальные танцы. Аргентинская танго, сальса, бачата и меренго в импровизациях с профессиональными партнерами. Выплескивают всего, и это такое удовольствие они получают от танца. Мы получаем гигантское удовольствие от танца. Кто не умеет танцевать, научится. Кто не научится, просто выйдет и выльет всю свою позитивную энергию от зрителей. От того, что вы правильно сделаете шаг, зрителю от этого ничего. А если вы радуетесь, несете энергию счастья, то всем в зале очень хорошо, я надеюсь. И надеюсь, что мы на них надышали, они все захотят танцевать. То, что две трети батла уже позади, не повод расслабляться. Пожалуй, самая ответственная часть финала – шоу-номера. Тему выступлений определил жребий, а потому зрители с удовольствием наблюдали разнообразие жанров и сценических образов. Yeah.
лошади, у нас были ковбои, грабители, у нас были шерифки, ковбойки. Я думаю, что классно, мы как-то зарядили публику тоже своим выступлением. Шоу-программа, мы собрались, взяли себя в руки, вспомнили сразу все движения, зарядились эмоциями и начали танцевать. Очень жалко, что это уже практически закончилось. Целый месяц готовились, каждый день про это думали, а он из-под носа этот день уходит. Не уходи! Танцы оказались заразительны не только для участников. На паркете в тот вечер отметились все, от команд и преподавателей до зрителей и членов жюри. Танцы – это тоже труд. Пригласили жюри, пришел, получил огромное удовольствие. Видно, что проделана огромная работа. Самое главное, что они вышли на помост и исполнили танец. Самое главное. Церемония награждения – тот самый момент, когда участникам требуется максимальная поддержка зала. Впрочем, в какой-то момент показалось, что аудитория не делится на тех, кто на сцене, и тех, кто за ее пределами. Самый большой, наверное, плюс, что ко мне подходят люди и говорят: сделайте на следующий год такой проект, мы будем участвовать. И я думаю, что мы примем такое решение, и мы сделаем этот проект ежегодно. С большим удовольствием. У меня уже будет опыт, я уже понимаю, что нужно делать, и я с радостью бы поучаствовал в следующий раз в этом проекте. В состоянии эйфории разной степени легкости как будто бы пребывали все без исключения. Разве что участники проекта устали чуть больше. Хотя кто знает.